А мне нравятся Марина и Ангелина и Джо. Они очень веселые. Марина строгая, она тоже добрая. А Ангелина, мою так сестру зовут, Джо тем, что он такой, только разговаривает по-английски. Он придумывает всегда какие-то игры. По-английски мне очень нравится тем, что там надо будет все... Мы играем всегда в игру «Угадай, что за слово». Он включает нам очень много разных там мультфильмов, фильмов, только все на английском. У нас, в принципе, лагерь на английском языке тут.